порядку. Полвека назад. Готова ли она признать, что ее хваленая экономика свободного рынка, ведущая к процветанию среднего класса, привела к тому, что богатые стали богаче, а бедные еще беднее? Мы столкнулись с актом неспровоцированной агрессии. И мы ответили на него, как и в прежние времена отвечали на любой вызов. Сплоченно, мужественно, отважно. Точно зная, хоть и придется принести немало жертв, в результате правда все равно восторжествует. И я хочу сказать достопочтенному джентльмену напротив, что сегодня ему не стоит придираться, искать виноватых, требовать расследований. Мы ответим на все вопросы, могу заверить. Ибо нам нечего скрывать, нечего. Мы сейчас должны отбросить все разногласия, высоко поднять головы и гордиться фактом, что мы британцы. Вы совершенно правы. Поздравляю.